После столь важной победы над действующим чемпионом российской премьер-лиги настроение у игроков казанской команды было на должном уровне. В понедельник «Рубин» провел восстановительные занятия, на котором присутствовали почти все игроки, за исключением турецкого полузащитника Кёбдениза Карадениза. Выходной после заслуженной победы команда не получила, поэтому воскресенье стало полноценным рабочим днем для игроков «Рубина». Началось восстановительное занятие с традиционной легкой пробежки, которая на этот раз стала на несколько кругов длиннее. На настроении это никак не сказалось. Лидерство вновь осталось за вратарями «Рубина». Команда пребывала в прекрасном расположении духа. Способствовала этому и теплая солнечная погода. Тандем из двух гостевых матчей подряд завершен на мажорной ноте. Следующий матч «Рубин» наконец проведет дома, который, надеемся, пройдет при полных трибунах. А специальные билетные акции на матч с «Тереком», уже идущие полным ходом, читайте на сайте клуба и на официальных страницах «Рубина» в социальных сетях. К игре с «Тереком» казанским клубом готовится приятный сюрприз, который не останется незамеченным теми, кто посетит домашний матч «Рубина» 1 сентября.